здравствуйте, дорогие подписчики, с вами канал Эксперт Ютуба. Извиняюсь, что так долго не был на Ютубе, опять же говорю, что дел полно летом, столько интересного, и просто не получается выкладывать видео. Для вас я недавно начал готовить очень большое видео, однако, к сожалению, я немного не разобрался с редактором, и видео получилось, то есть очень оно долгое будет, и я его не успел отредактировать, однако не расстраивайтесь, сегодня я подготовил для вас очень полезное видео. Если меня смотрят владельцы айфона, сегодня я вас научу, как ставить свой рингтон, да-да, свой рингтон, бесплатно за 2 минуты. Поехали! Однако хочу вас сразу предупредить, то что этот способ работает только с устройствами, на которых стоит iOS 12.1 и новее. То есть если у вас старый iPhone 5, на котором не поддерживается данная версия, то у вас ничего не получится, собственно. На iPhone 5s у вас получится, на пятерке обычной вот у меня не вышло, потому что одно приложение, которое нам сегодня пригодится, не получилось установить. В общем, поехали к совету. Переходим же к совету. С этого момента я вооружаюсь своим айфоном. Ну что же, поехали. Первым делом вам нужно скачать приложение из App Store. Оно называется Aloha Browser. Ну и, конечно, у вас должен быть установлен GarageBand. Вот он как раз-таки нужен, чтобы было у вас iOS 12.1. Если у вас версия немного похуже, то либо обновитесь, либо если у вас это обновление уже не поддерживается, то все, прощай. Итак, поехали. Вначале нам нужно открыть сайт Aloha. Выглядит он таким образом. Так, вернемся. Значит, вот у вас... Таким образом выглядит браузер. Находим вначале песню, которую вы хотите поставить. В моем случае я хочу поставить Билли Айлиш. Как ни странно. Мы пишем название песни, скачать бесплатно и указываем в MP3, потому что нам нужен именно такой формат. MP4 не подойдет. Нам нужен именно MP3. Вот у меня сразу открылся сайт. Вы выбираете любой сайт, которая вам только понравится. Давайте посмотрим, та ли это песня. Удостоверимся, собственно. Да, это у нас та песня. Теперь жмем скачать MP3. У нас появляется вот такой вот баннер. Можете сохранить хоть файлы, хоть в медиа, но скачать сюда не надо. Я вот сохраню, например, файлы. Теперь мы открываем вот эту вот стрелочку. Смотрите, файлы. Я уже тут делала много рингтонов. Вот наш рингтон. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы нажимаем кнопочку «Изменить». Выбираем наш рингтон. Внизу мы нажимаем вот эту вот стрелочку. И нажимаем «Сохранить файл». Затем мы выбираем iCloud Drive и «Добавить». Все, наш рингтон добавлен. Теперь больше нам Aloha не понадобится. Заходим в GarageBand. Приложение, наверное, известно многим. Создаем новую песню и находим вот такой вот аудиорекордер. Открываем его. Вот таким образом у нас выглядит. Теперь мы нажимаем вот сюда на аудиодорожке. У нас меняется это на микрофон и появляется вот такая вот дорожка. Теперь мы нажимаем вот на вот этот вот значок. Выбираем файлы. Посмотреть объекты из программы «Файлы». И находим вот что она, наша песня. Мы ее находим. Теперь ждем. Вот здесь вот. Смотрите. Теперь она у нас появилась. Так. Вот она. Теперь мы ее нажимаем, удерживаем и тащим в самое начало. Вот таким образом. Мы перетащили. Теперь нажимаем вот на этот вот... Сейчас я сфокусируюсь. Нажимаем на вот этот маленький плюсик в углу. Выбираем секция А и настраиваем такты на цифру 30. То есть сколько у нас будет длиться рингтон? 30 секунд. Нажимаем «Готово». Теперь мы можем обрезать нашу песню. Я не хочу, чтобы мой рингтон повторялся, поэтому я его вот так вот растягиваю на всю. И теперь мы можем... Убираем, кстати, вот этот вот маятник. Он будет вас раздражать. Он нам не нужен. Так, я хочу, чтобы у меня начиналось с припева. То есть я вот беру
так, это не то. Затем вы редактируете вот так вот. Здесь нажимаем на рингтон. И у нас появляются здесь вот такие вот ушки. И мы можем редактировать песню. Откуда она у нас начинается? Давайте проверим. Я хочу, чтобы она у меня начиналась с припева. Да. Вот где-то отсюда. И растягиваем на 30 секунд. Сразу уберите вот эту вот значок. Вот этот вот, видите, он сейчас горит синим, а его надо сделать, чтобы он горел белым. Иначе он будет вам создавать всякие шумы неприятные. Будет не очень приятно. Теперь мы нажимаем вот сюда, в «Мои песни». Эта песня сохраняется. Мы нажимаем ее, удерживаем. Жмем на «Переименовать». Пишем по-английски, чтобы iPhone не ругался на нас. Ему надо именно так. Вот так вот. Жмем «Готов». Теперь мы двигаемся в папочку «Обзор». Находим нашу песню. И тут она. Сейчас. Она у нас должна вот так вот, да. Теперь жмем «Выбрать». Выбираем нашу песню. Нажимаем вот сюда, вниз. Жмем «Рингтон». «Продолжить». Можете, если вы здесь неправильно написали, вы можете переписать вот здесь вот. Ну, у меня все написано. И нажимаем «Экспортировать». «Экспорт рингтона». Теперь ждем. Он у нас написал «Экспорт завершен». Пишем «Ок». И все, наш рингтон готов. Теперь мы заходим в настройки. Находим звуки. И выбираем нашу песню. Все, теперь у нас вот в рингтонах. Видите? Если я тут уже их много понасоздавал. Вот, например. Вот такую вот песню. В общем, вот таким образом вы можете поставить рингтон на свой. Если это видео было вам полезным, смотрите его, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы не потерять. Всем спасибо за просмотр. Опять же, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и оставляйте свои комментарии. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте, на которую ссылку я оставлю в описании. Всем пока!